В 2017 году экологическая библиотека победила в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» в номинации «Полюс Севера». Проект «Разноцветная Арктика» предусматривает проведение информационных и интерактивных мероприятий, экскурсий, работы живого уголка, выставок и творческих мастерских. На первом мастер-классе по созданию мягкой игрушки символа Арктики «Белого медведя» побывали Юлия Барабан и Максим Максимов. В 2017 году, который объявлен годом экологии, арктическому региону будет уделено особое внимание. Поэтому актуальность проекта «Разноцветная Арктика» бесспорна. Особенно интересной для юных манчегорцев обещает быть работа в творческих мастерских. У нас была такая идея провести творческие мастерские на базе нашей библиотеки и создать обитателей Арктики. И вот на каждой такой встрече мы бы хотели, чтобы дети, создавая через творчество, узнали как можно ближе Арктику, ее обитателей. И вот когда своими руками что-то сделанное, это будут теплые игрушки, которые наполнены вот энергией детей. Предусмотрена в мастер-классе информационная составляющая. Сегодня мы посмотрим, спросим, во-первых, это будет как бы такой диалог, спросить их, что они вообще знают. А вот как раз-таки то, чего они не знают, мы дополним эти знания сегодня информацией. Под руководством опытного мастера Рады Амарян посетителям детской экологической библиотеки предложили своими руками создать мягкие игрушки обитателей Арктики. Сегодня на мастер-классе мы начинаем шить игрушку мягкую белого медведя. Работа с мехом, в общем-то, сложный материал, но постараемся справиться. Сегодня расскажу, как работать с выкройками, как переносить их на ткань. И вот дальше будем продолжать. У нас будет 3 занятия по созданию игрушки медведя, белого медведя. Процесс создания мягкой игрушки ребята освоят с легкостью, уверены педагоги. Все достаточно просто, главное к желанию прибавить чуточку усидчивости. Мы сначала перенесем все на картонку и вырежем, а потом, потом возьмем ткань и там обведем все, вырежем и начнем шить. Лучшие игрушки займут центральное место на выставке инсталляции «Добро пожаловать в Арктику», а затем станут героями мультфильма «Сказки Арктики», который также будет создан ребятами.